ждать. Брат Топор. Да. Как скоро создадим Новороссию? Как только они козлу выгонят. Через две недели мы будем. Она уже на диванах отдать. Бом, как нормальные мужики, как все. За мир. Нормальные мужики воюют. За мир, во всем мире. Прошли, не пускай они там почувствуют. Теперь мы им ответочку дадим. Они уже в шоке. А мы рано или поздно все равно приедем все домой. И будем отдыхать дома. А мы в Киев приедем, задницы их надерем на немецкий крест. Какой Киев? Во Львив приедем. Граждане львовцы. Петь, они мы хотели... Чекайте войны. Нас, Мишу, чекайте мы нас. Мы хотели этой войны. Мы хотим жить дома. Скажи, нехай чекают нас на своей земле. На нашей уже земле. Скоро будем. Ждите, суки, ждите. Мы своим магазинчиком еще освободите.
домах должны жить свободные. Вот здесь будет моя квартира. Здесь не должны жить. Это, Серега, ублюдки, которые квартира. Заработали деньги, паразитируя в офисах, в банках, продавая свою страну. Здесь должны жить труженики, созидатели. Эти дома будут национализированы и отданы созидателям. А кто, как Ахметов, не согласен, тот столкнется с любым нашим бойцом, у которого в руках оружие. И который очень хорошо знает, что такое война, в отличие от криминальных ублюдков, умеющих только терроризировать мирное население. Автомойка там, вся хуйня, шиномонтаж, там мои агенты, да все мое, стеклорезка, ФСК. Эх, родной райончик. Вот хорошая картинка. Так должно быть. Не мажоры на джипах, не криминалы Ахметова и Саши Януковича и прочих. А наши ребята, труженики, созидатели, воины. Свободный Донецк, свободный Новороссии, свободный от олигархов, свободный от капиталистов, свободный от сатанистов, нацистов. Покажи здание олигархов. А вот он, эта гостиница, украденная Ахметовым, будет возвращена народу. Ha ha ha.